прямом эфире новости в студии Ольга Клаирова. Доброе утро и коротко о главном. Сотрудничество Беларуси и России в целом и с регионами в частности. В Могилеве пойдет речь о развитии здравоохранения двух стран, с Бурятией, торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие. Поисковые работы продолжаются. Взрыв на угледобывающей шахте Ирана унес свыше 50 жизней. Эффективное развитие и работа на результат. Стратегическая отрасль для нашей страны отмечает юбилей Министерству промышленности 30 лет. Заседание Совета парламентского собрания Союза Беларуси и России сегодня примет Могилев. На повестке дня развития здравоохранения и обеспечения равных прав белорусов и россиян в получении медицинской помощи. Для участия в переговорах накануне в нашу страну прибыла делегация членов Совета парламентского собрания от России во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Первый день прошел под знаком памяти. Гости посетили